правильное исполнение этого движения для удара. Прокачка полная. Для начинающих резина должна быть послабее. Амплитуда вот так, как вы видите, поворот. Вот тут видно поворот спины. Спина и амплитуда руки. В этом случае у вас идет прокачка для удара, постановка. Был правый, сейчас левый. Все то же самое, подбородок не поднимая, поворот спины, амплитуда. Молодец. Удар пробиваем чуть дальше, глубже. Тут это видно все. Крути, крути, добавляй туда больше. Вот, спину, спину. Молодец.